Выкупили ролики, научились держать равновесие и ходить по асфальту. Теперь самое время научиться кататься. И в этом помогут бесплатные мастер-классы. Их проводят в Наташинском парке на роллер-дроме, который открыли в конце июня. Как проходят занятия, узнали мои коллеги. Заранее переносите вес тела на одну ногу, тогда будет попроще поднять. О первых тренировках, которые теперь проводят по выходным, узнали пока немногие. Одни о начале занятий прочитали в социальных сетях, другие просто прогуливались в парке и зашли на звуки ритмичной музыки. Я хочу научиться кататься на роликах. Среди участников субботнего мастер-класса Саша Балычев самый юный. Ему 4 года. На роликах стоять уже научился. Теперь вместе с тренером осваивает первые движения. А теперь марширую на месте. Да, топаем на месте. Опа, вниз не опускаемся. Давай еще раз, ножки вместе. Евгения Булычева увидела, с каким удовольствием ее сын учится кататься. Теперь будет приводить его на занятия регулярно. Самое главное – это интерес ребенка. Вот. Увидел, говорит, мама, что это, пойдем посмотрим. И вот совершенно неожиданно узнали, то, что у нас в Люберцах открылась такая площадка. Самое главное – есть защита. То есть голова защищена, ручки, ножки, все защищено. У кого нет роликов, можно воспользоваться услугами проката. Здесь же предложат и защитную экипировку. Главное, что необходимо захватить с собой – желание научиться кататься. Фигурное катание на роликах не только повышает настроение, но и отлично влияет на общую координацию, развивает все мышцы тела. То есть, когда мы катаемся на роликах, мы напрягаем и кор, мы напрягаем руки, когда их держим в сторону. Да, естественно, у нас работают ноги, квадрицепс. Это тренировка на абсолютно все группы мышц, которые способствуют не только подкачке тела, но и сбрасыванию веса. Одно из главных упражнений для новичка – фонарик. После того, как роллеры справились с первым заданием, инструктор предлагает выполнить саночки. Коленки в процессе упражнения мы не сводим, потому что это очень травматично для наших колен, менисков. Поэтому ножки у нас, коленки смотрят ровно вперед. Альбина Кулик впервые встала на ролики, когда ей исполнилось 3 года. Тогда же освоила технику катания на коньках. Вот это все изящно, просто красиво. Вот, ну, меня привлекло фигурное катание тем, что, ну, я практически на роликах практически всегда выполняю красивое движение. Мне понравился этот роллер-дром тем, что здесь очень большая площадка. Ребята, приходите сюда, здесь весело. На мастер-классы по катанию на роликах приглашают всех желающих. Занятия для новичков планируют проводить на регулярной основе и абсолютно бесплатно. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.